Кто-то будет? Так. Раз, два, три. А что, где все? Почему так? Раз, два, три. У нас сейчас будет грандиозная игра. Так, дамы и господа, подходите ближе, тут сейчас начнется игра. Игра называется «Что в белом ящике?». Ну, обычно называется «Что в черном ящике?», но у нас ящик белый. Но есть надпись с этой стороны черной, мы потом покажем. Так, подходите ближе, кто хочет сыграть игру. Игра называется «Что в белом ящике?». Молодой человек с бородой, который вы откуда? О, боже мой, смотрите, какая девушка. Так, может, вы сыграете супер игру? Как вас зовут? Большой Джо. Большой Джо, о боже мой. Извините, Большой Джо, но тут, видите, и стоят дамы. Может, предоставим возможность сыграть ей? Подождите, Стив. Извините. Извините, Стив. Я вообще любил, но у меня разговор с Большим Джо. Так, Большой Джо, ты согласен? Согласен. Все, разговариваем. В этом году у нас была пшеница. Так. Это же не было мало. Согласен, Стив. Я вчера на рыбалку ходил. Так, о боже мой, что происходит? А я закончился на 1-3 с машиной. Так, ребят, давайте к делу. Скажем так, ты просто предоставил возможность дамушке сыграть игру. Вы согласны, как вас зовут? И все, очень приятно, меня зовут Стив. И все, сколько вам лет? 18, 20, максимум. 41. О, боже мой. Оплатили, пожалуйста, я не вижу аплодисменты. Спасибо, оплатили. Для игры нам понадобится... Стул! Да! Джессика, ты где? Вынеси, пожалуйста, стул! О боже, Джессика! Джессика, классно! Спасибо, Джессика! Садись! Итак, игра начинается. Держите шарик. Шарик придаст вам силу. Так, что в белом ящике? Вариант А. Счастье! Вариант Б. Разочарование. И вариант В. Верно, Джо, пшеница. И вариант Г. Антифриз. Антифриз. Итак, время прошло. Раз, два, три. Ваш ответ? Спасибо за ответ. Итак, ну что ж, посмотрим, что в белом ящике. Но для этого нам понадобится музыка Билл. Включи, пожалуйста, музыку. Билл, включай. Ой, черный Билл, давай, включай. Под ваши аплодисменты! Полницкий Чак Норрис по имени Иван! Его называет. Он не открывается. О, боже мой! А потом! Все хорошо? Подождите. Успокойся. Да, уже все. Переигрываешь, значит, ящик. Мы заказали просто другого, оказалось, он не смог. Ну все равно круто! Давайте вам подарок! Мы сейчас подключим свои камеры и поедем в банкетный зал.